Привет, друзья! Перед началом просмотра ролика я попрошу вас подписаться на наш канал. Телеведущая Лариса Гузеева рассказала о своих проблемах с алкоголем в программе «Давай поженимся». Как пишет телепрограмма, на телешоу пришла девушка, которая признала, что из-за пагубного пристрастия к алкоголю у нее забрали детей. Лариса Гузеева, выслушав гостью, призналась, что и сама одно время находилась на дне. По ее словам, она довела себя до плачевного состояния и в какой-то момент ей стало сильно неприятно смотреть на себя в зеркало. Если пить, значит пить до проблемы. Если жрать, то мне уже не помогало ничего, сказала Гузеева. Она нашла в себе силы, преодолела пагубную привычку, похудела и больше не намерена возвращаться на дно. Друзья, если вы хотите научиться зарабатывать в интернете, под видео есть ссылки на курс легендарного Матвея Северянина. Приобретайте курсы и зарабатывайте дома, сидя в кресле. Спасибо за просмотр и всего вам доброго.